Мы находимся во дворе Музея Москвы. Она намного меньше, чем всегда, намного меньше. Ну, во всяком случае, вещи-то все равно здесь интересные есть. А вот я на блошином рынке увидела вообще феноменальную английскую тарелку из общества садоводов Великобритании. Это всегда в Челси награждают этой тарелкой. У меня, кстати, тоже есть, но вот это вот 88-й год. Обалденно. Сейчас я вам покажу с другой стороны. Тарелочки. Вот, 88-й год. Вот, видите, какие ценные вещи здесь есть. А вот еще, кстати, сейчас я переверну обратно. Видишь, РХС, это самое, Royal Horticultural Society, это Королевское общество. Извините, а вот этот вот, сколько стоит браслет? Это бижутерия 500 рублей. 500. Это ведь не современная, да, или современная? Подстаканники. Да. Ну вот видите, приходится все отряхать, потому что снег. Все такое. Все равно все эксклюзив. Ну, бидон 900 рублей. О, какой бидон, вообще мечта. Такие серии, которые серийные. Я как скажу, что сейчас начнут это выглядеть. Нет, торговать нет, для себя. Не все обретены, конечно. Нет, для дома, конечно, еще. Разница, в принципе, никакой. А, на улице, скорее. На улице, конечно. Нет, для себя. Нет, ну, вообще-то я хотела и на сумку какие-то. Ну, на сумочку по погоде. На мороз не рекомендую. Ну, на мороз, сразу, конечно, ну, я согласна. На мороз, да. Краска облезет. Ну, вообще потрясающе. Ой, какие потрясающие украшения. Еще тысячи есть. Под любой костюм, под любое платье. А? Да-да-да. А вот эти маленькие, какая прелесть. Позолота глубокая, хорошая. Вот их на обшлаг пиджака, смотрите, несколько штук. Это вы супермодный человек. Нет, там просто самое. Есть просто покраска, а есть термичка. Вот термичка. Смотрите, какие потрясающие, конечно. Вот эта вот тарелка меня просто убила. Ой, кофемолочка ручная. Смотрите, от нее такие вкусные. А сколько кофемолка ваша стоит? Две или три? Две с половиной. Вот кофе на ней вообще чудо получается. Вот это все современное, да? Кстати, там была рыба на охраняющей воде. Крючки. Так. И вот синяя, да, мне тоже нравится. Все, больше нет. Ой, какая красивая брошь. Погода, никто не ожидал. Ой, а сколько стоит? Может, протереть, что? А прошивка? Чужинки. Она как чуть-чуть. И сколько такая прелесть стоит? Что это, Чехия? Чехия. Ну, это вообще, конечно, слушай, потрясающие вещи. А у вас здесь все чешское, да? Почти нет. Так, а американская сколько это? Я думаю, между ними. Да, американская уже другая цена. Замечательные фигурки, просто необыкновенные. Как они сразу украсят любую кухню. А сколько вот петушок этот ваш? Петушок 750. А это из чего? Это глина, ручная работа. Вот. О, петушок, глина. Роспись. А вот это ковровская свистулька, все свистят. Тоже ручная роспись, глина, обжиг. Потрясающе. Разные. А это копилка, да? Чья копилка. Это? Это Прибалтика. Прибалтика? Ну, это старый, наверное, да? Ой, и каску у вас тоже. Сейчас Прибалтике копить нечего. Все нам отдают. Копить русские. Да. А вот тематика военная.
каски различные. Ой, термос. Ой, какая прелесть. И пилоточки. И ремни. Сейчас, кстати, ремни вот эти очень модные для женщин. Для женщин. Сейчас немножко все сместилось, и ремни стали модные для женщин. Смотрите, какой изумительный, как это считается, не сундук, а короб, короб. И я хочу сказать, у меня вообще на даче такой от бабушки достался, но в плохом виде. Сапожки, вот можно... А блюдо какое замечательное. А скажите, блюдо это чье? Это Кузнецов, но без клейма, ранее Совета, скорее всего, 20-е. Уж был когда-то, подарила, теперь жалею. Но красота вообще сказочная. Ой, самоварчик. Пойдем. 2000. Ой, Мишку я этого помню. Игра набрасывает кольца. Видишь, вот сюда вводили бы мы ее. Мы потом уже использовалось как еще. Чтобы на молнии. Двусторонняя резьба. Смотри, какой. А, двусторонняя. Ой, слушайте, вообще красота какая. А чтобы навет? Блошины? Да. Но здесь. Они каждые последние воскресенье. Теперь будут все время. А их не было долго. Ну да. Потому что я здесь живу, я все время прихожу. Собачки, год собачек. Здесь собачки и рюмки. Серёжки. Ой. Вы уже сняли много? Все, я уже больше не могу. Мне холодно. Я замерзла. Мы только пришли. А у меня замерзает. Замерзает телефон. Смотрите, шпоры для коней. Прекрасные. Ножи всевозможные. И рубанок вот старинный. Не знаете? Ой, какой красивый платок. Интересно, сколько же он стоит? 1000 рублей. 1000? 1000 рублей. Старинный. Ну это шерсть. Состояние хорошее. В отличном мирчик. Да. Ой, какая прелесть. Ой, вот эта сахарница у меня, между прочим, есть до сих пор. А сколько стоит ваша сахарница? 700 вот рублей. Прелесть. Дулевская. Вообще. Дулевская, да. Такие краски у них, господи. Особенно 60-е где-то, да? Да, да, да. А это для мужчин, да? Да, это набор березка для Фиоровой. Ой, слушайте, я не могу, какая прелесть. Посмотрите, какие прекрасные. Ой, как я это все помню. Вот эти духи были. Это... Ой, какая-то прелесть. И это вот это... А, это стаканчик Пятигорской, помню, тоже такое, да. Ой, какая у вас мелочевка прелестная. А сколько бусы ваши? Вот эти вот. Катя? Да. Ну, что-то 200 рублей. 200 рублей, да. Ой, значки у вас. Каких только нету. А вот в Сомали они считаются дорогие. Значки мне сказали. У нас все по 100 рублей. По 100 рублей? Все вот по 100 рублей. Мне сказали, что в Сомали дорогие. Не знаю. Я не разбираюсь в этом. А, еще знаете, вот был фестиваль молодежи, там вот, вот этот значок мне говорили, прям очень дорогой. Ой, и вот эти коробочки. Ой, какая прелесть. Ставлю сейчас. Сегодня. Ну, у всех по-разному. С столом дороже, на земле. Ну, вот примерно сколько? Потому что я тоже хочу свои как-то продать. Рублей 200. 200?
и на целый день. Да. Вот заявку, что вы будете. Я просто приехала, стала ехать заявку. А, здесь вот так вот даже можно. А стрекоза? Да, нет. Вот это стрекоза, производство чье? Поднимает иммунитет. Корея. А это спонтан. А что это такое? Вот это дерево, да? Нет, это папье-маше, Иерусалим, старая работа. С Иерусалима именно. Понятно. 5000 рублей цена. Понятно. Ну, здесь вот моя работа, $1000 обозначена, за 1000 рублей продаю. Понятно. Торопитесь, фамилия, 60 лет мне возраст. Хорошо. Не каждый город храмы украшает, не каждый город люди умиляет. Смиренно светил городов красивый, бы спорт, Амстердам или Париж, Серега поэт, меня все знают. Ух вы какой! Ну, я не... Ой, спасибо! О, какой, вот это, ой, какой красивый! Богатый. Просто как на паперти стоим, так и продаем. Сто с лишним. Спасибо. Ладно, посмотрим. Вот, спасибо. Радости. Приходите чаще. Чаще. Да и если будет все время, так я все время. И себе народу ближе. Сердцу города Парижу. Жизнь был со мной, жизнь люблю, ненавижу. Хорошо. Тут телефон. Тарелочки такие. О, какая ступка. А вот эти вот, ой, вот эти горшочки. Грыночки по 500 рублей, если все заберете, а там дешевле. 4 штуки осталось, 25 штук будет. Нет, я бы одну взяла, но по 500 дороговато. Да. Где моя подруга? Куда она пошла? Эту дверь мы сейчас войдем, будем пить кофе. Поднимемся по ступенькам. Кофе-лес. Говорят, здесь кофе 10 сортов. Сейчас попробуем. Нормально все. Ой, кафешка. Я открыла такую кафешку классную. Смотрите, какая прелесть, какие стены. Ну, правда, все в тумане из-за мороза. Ну, ничего. Ой, у нее же начало отходить. Вы уже ясные получились. А то мне все в тумане было. Вот вы первая у меня ясная. Ну, очень красиво. Вот к тому уютному кафе мы сегодня находимся. Гуляли по Блошиному рынку. А потом вы увидите, что вы купили. Я купила там тоже украшения. Правда, мало. Ну, посмотрите. До встречи. Посмотрите, какой очаровательный кафе. Здесь библиотека есть.
это вот все в музее Москвы, рядом с блошиным рынком. Вот еще раз пирожные вам покажу. Галина, мы опять сегодня на блошином рынке.